Друзья, всем привет! Угадайте, что у меня тут в ящике? Тут кролик, это у меня заказ приготовлен, сейчас поедем отдадим. А здесь у меня новые кролики. Ля, какие маленькие! Порода Калифорния. То есть, если будете смотреть мой канал, то потихоньку узнаете о кроликах. То есть, тут самочка и самец. Это другая кровь, то есть у меня уже будет три линии. Для чего это нужно? Чтобы при спаривании кровь не смешивалась. Если смешать кровь, то будет потомство намного хуже. Поэтому нельзя смешивать. И сейчас мы их определим в новые клеточки и будут расти у нас. На улице очень жарко, сейчас искупнемся. Покажу вам немножко огород. И хотел рассказать, для чего я создал YouTube канал. Очень много возникает вопросов. Спрашивают: Мишаня, как там у тебя кролики? И когда отвечаешь одному, еще как-то нормально, второму еще весело. А когда у тебя спрашивают 15 человек, то уже как-то рассказывать не очень. Поэтому я снимаю, и когда они у меня уже спрашивают, что как там у тебя кролики, как курочки, я им говорю: смотрите мой YouTube канал. Теперь вопросы уже у них не возникают, и они смотрят. Ну а мы с вами пойдемте их определим в новые клетки. И покажу вам новый карьер. Покажу, чтобы вопросы не возникали, как курочки, как кролики. И пойдемте, друзья. И вот такие они маленькие. Привезли с самой Башкирии. То есть явно будет кровь уже другая. Воды у них нету. Сейчас срочно их в новую клетку. Пойдемте покажу. Смотрите, какая у нас картошка. Она просто мне по пояс. Всю зиму мы сюда навоз валили. Потом это все отфрезеровали и перекопали мотоблоком. И пойдемте покажу, как у нас бройлеры и кроликов посадим. Ну вот бройлерочки лежат, ему очень жарко. Потому что мы сделали стеклом, из 10 осталось 7. Они задохнулись. Мы потом это только поняли, когда они открыли рты. И сейчас им хорошо здесь. Вот они лежат. Вот такие они большие. Все им здесь хорошо. В тенечке попить, поесть, все есть. У нас под навесом, который мы хотим разобрать и поставить сюда гараж, определили сюда первый выводок курочек, которых я сам инкубировал, 7 штучек. Они уже подрастают. Тут 3 курочки и 4 петуха. Все у них тут и темно, и больше пространства. Пьют, кушают, здесь у них все хорошо. Да, Петьки, ну-ка голос. Они так кукарекают еще, по-детски, маленькие. И... Ну что, друзья, вот такую клетку мы определили им большую, потому что все остальные клетки заняты. Как вы можете их посмотреть, здесь очень много, там, тут большие сидят. И вот так мы боремся от мух, то есть просто лента. Ну и все, закидываю я их туда. Хлоп. И второго. Все, сейчас им сено, комбикорм есть, водичку. Потому что у них воды давно не было. Кто-то кормил огурцами, то есть я таким вообще не кормлю, чтобы не было вздутия живота. Ну и все, а мы с вами пройдемте на карьер. Ну все, друзья, вот мы на карьере. Заныриваем.
Красота какая! Друзья, искупнулись. Вот такой противопожарный водоем. Это специально для дач. Сзади нас дачи. Здесь не так много людей. Сюда мы с вами скоро придем порыбачить. Это видео я вам обязательно покажу. А чтобы его не пропустить, вы подпишитесь и поставьте колокольчик. И такая красота. Водичка вообще просто огонь. Там сделан такой пирсик. Можно с тарзанки прыгать, но там очень много детворы. А сейчас перемещаемся обратно на участок. Ну вот мы и приехали на участок. И сейчас наша цель пересадить наших петушар на место, где они ночуют. Потому что на ночь мы их здесь не оставляем. И как это происходит? Петя, Петя, Петя. Ух ты! Я боюсь! А, клюнул меня, зараза! Я их боюсь, иди с ума. Все, осталась одна курочка, я вам показывать все не стал, чтобы вы сильно не смеялись. И, в общем, сейчас я ее поймаю. Цып, 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 цып. Не бойся, цып, цып. Вот так вот, вот, все. И пойдемте покажу, где они у нас ночуют. То есть вот так вот я их всех переловил. Хорошая цыпа, цыпа. А бройлерочков намного проще. Мы их палкой просто загоняем, там отверстие, и закрываем, и они там ночуют. Все, и вот здесь вот мы на ночь их оставляем. Вот курочка, она ручная. Все, и вот здесь они вот так вот у нас уже ночуют. Друзья, хотел с вами еще поделиться одним моментом, что всю птицу мы пропаиваем гамма-тоником, вот такими витаминами. Это не реклама, я просто вам советую. И на чайник вот на такой мы заливаем один кубик вот этого витамина, гамма-тоник. И птица тогда уже чувствует себя хорошо. Это для пищеварения им очень хорошо. Ну и вот, такой прошел день. Скотину всю покормили, убрали, искупались. Показал вам огород. Если вам понравилось такое видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока!